На заседании штаба по подготовке города к зиме обсуждались текущие вопросы по работе управляющих компаний. Свои отчеты по готовности многоквартирных домов, объектов здравоохранения и образования предоставили домоуправление, Сочигоргаз, Водоканал, Сочитеплоэнерго и Кубанэнерго, а также представители Ростехнадзора. Паспорта готовности к 1 октября должны получить все города Краснодарского края. Курорт с этой задачей справился. Соответствующий документ подписан, но не во всех теплоснабжающих организациях. Так до сих пор Ростехнадзор проверяет предприятия Сочитеплоэнерго, Кубанэнерго и Сочигоргаз. Существует 103-й приказ Министерства экономики, который дает возможность Ростехнадзору провести проверку и подписывать паспорта готовности теплоснабжающих организаций до 15 октября. Что касается теплопринимающих объектов, то паспорта готовности получили все. Так что в каждый дом, школу, детский сад и больницы тепло придет 15 ноября. Это начало отопительного сезона.